тоннели изолированы от воды. За исключением вот этого места. Сейчас мы с вами отправимся в зону жизнеобеспечения объекта, откуда должна осуществлялась подача всего необходимого электричества, кислорода для работы в режиме полной изоляции. Дело в том, что в момент ядерного удара, прекращается подача воздуха с поверхности и кислород генерируется здесь под землей на месте. Сейчас не оставайтесь, не убегайте вперед, потому что здесь на груди есть такой пузырь. Thank you.